Добро пожаловать, друзья. Это Advance RP, это Silver Server. И сейчас у Виктора Януковича, у парня ник такой, коп спрашивает документы. Да, здравствуйте, и, друзья. И да, с нами играет дядя Женя. Дядя Женя маленький черный бомжик, а я, как обычно, пляжница, которая катается на роликах. Стерочка. Я там в розыске. Где там? Привет, дорогие. Здравствуй, Янукович. Витька, здравствуй. Хаюшки. Хаюшки, Витька. Замечательно. Виктор. Витька, да. Витек, будем называть его так. Хорошо. Значит, сегодня у нас вольный такой план, то есть серия свободная. Свободная серия, да, будем развлекать какие-нибудь делать. А, он пишет, меня выгнали с Украины. С Украины, да. Хаюшки. Хорошо. Ну, раз тебя выгнали, тогда... Давай веселиться. Покажи нам что-то здесь, веселое. Да, Межигорье покажи. Межигорье? Свою резиденцию, где ты жил, можно было бы посмотреть. Кстати, да. Покажи нам что-то веселое жизнь. Что-то веселое, да. Покажи нам веселую жизнь. Айда, шутник, айда, веселый. Я потихоньку осваиваюсь. Угу. Хорошо. Там, смотри, что-то здесь народу много, смотри. Там. Хорошо. Хочу со временем стать президентом. Воу. Ладненько. Воу-воу-воу-воу. Полегче, Янукович. Полегче. Витёк, полегче с такими заявлениями. Не надо нам этого. Неминуемо привести страну к финансовому краху. Ах, вот оно что, коварство. Воу-воу-воу, полегче, Янукович. Начнем с самого главного, да. Да. Так, пошли. Ну, пошли. Я бы даже сказал, поехали. Ты поедешь, да, у тебя... По-моему, что-то писали на Ctrl, как-то тебе замедляться, по-моему, да? Или что-то такое было? Нет, на Ctrl я делаю такой воу-воу-воу, типа автобус полегче. Или на пробел, по-моему, замедляться, чтобы ты нормально, то есть... Ну, давай, смотри, упал. Там, смотри, таксишки перегородили проезд. А как ты прыгнул? А. Shift прыгать. А, да-да-да, я что-то за это запутался. Ух ты, смотри, как нас тут подпольно, да? Ох ты! Дожидалось. Растаманомобиль. Я по земле просто тяжело передвигаюсь. Растаманомобиль, это знаешь, да, как у этих был, у хиппи. Да. Только у них разрисованный был. Ну да, да. У них разрисовано это все было. Да, дверь закрыли. Я закрыл. А у тебя открытая, да, у меня почему-то. Не, у меня закрыт, нормально. А, болтается дверка, а вот сейчас закроется. Что я люблю вообще в Сампе, это читать предложения о продаже различной недвижимости. Интересно. Продам бизнес-клуб в Лас-Вентура. Цена договорная. Ничего себе. За то, что я озвучил, я беру 5%. 5% с этого бизнеса. 5%, да, нормально, можно отплатить. Так, да, то, что продают. Mm-hmm. Мой эфир. Привет и передавайте, да? Да. День рождения. Как диджей. Да, передаем привет. Альберто Рикарди продает, смотри, дом. Договорная, да. Все на договоре чисто. Так, старый добрый Самп. У меня, кстати, денег 582 тысячи. 599. Да, то есть мы с тобой богаты фактически одинаково. Мы с тобой зарабатываем. Ух ты, смотри, куда мы приехали. О, вертолетная площадка, смотри, наверху. Самое забавное, что мы куда-то... Это не полицейский участок? Нет, ну куда-то в тихую нас везет, смотри. Это копы, это полицейский участок. Тон Язев. Антоша. Антоша, какие проблемы у тебя? Полковник. Чиханте, я вспомнил. Чиханте, да-да-да-да. Чиханте. Да-да-да, Чехов, да. Кто не знает, мало ли. Нет, ну, Жень, ну, я как-то сказал, я помню, там столько говна на меня вылилось. Да ты что, мы все знаем, мы все учим в школе. Че ты нам брейн тут заливаешь? Знаете, хорошо. Я очень за вас рад. Вообще ничего не будем говорить. Ну, помнишь, у нас что-то, по-моему, про мертвые души или про Достоевского, да, у нас тема зашла? Да, было. Что-то мы там какую-то из этих тем затрагивали, я помню. Скручивали, да, какую-то тему с тобой, да. Был такой момент. И там так, министр закрыл, ежели он откроет, то ждем вас. Угу. Спроси у старшего. Министр закрыл, ничего себе. Спроси у старшего, может, что-то есть у него там такое. Он в гараже, смотри, министр в гараже. Министр в гараже. Министр в гараже, курит ящик. Двигатель перебирает. Министр в гараже, курит ящик, пьет дрожже, да? Ну, пить дрожже это, конечно. Ну, почему, заглатывать можно, в принципе. Оу, тихо. Дрожже. Жилейки. Товарищ полковник, очень жаль. Товарищ полковник. Вот. Очень жваль, да? Очень жаль. Какие ваши доказательства? Да-да-да. Доказательства. Смотри, какой коп ходит. Че они там общаются-то? Смотри, как Янукович классно встал. Да идеально просто. Просто космос. Корчик Янукович. Так, отлично. Давай посмотрим. Смотри, как это делать. Смотри. Я там. Прыгай на копа. Телочка прыгает. Нормально. Так, экзамен вроде бы хотели сдать, там что-то общаются. Где старший?
Ой, тут можно драться, тут лучше не надо. Женя, не надо. Тут можно проблемы грести потом. Зачем нам это? Вы все. Так, мы с ребятами хотели попасть на экскурсию в ваше управление. А, ух ты, было бы здорово, кстати. Что хотели? Вествует ничего. Что хотели, ёпте, сразу. Ну, это нормально, это копы так разговаривают. Это нормально все. Вы меня предупредите? Предупрежу. Че они там говорят? Экскурсии не проводятся вечером. Витя очень сильно расстроился. Когда Витя расстраивается, потом во всей стране проблема, понимаешь? В том-то и дело, поэтому он избежал. Поедем дальше. Покиньте гараж, уважаемая. Бьяч. Я что-то о другом сейчас вспомнил. Ну ладно, не будем об этом, да? Не будем, Женечка, об этом, хорошо? Так, мы сели свой хиппи. Женя, что ты делал? Ты Януковича выкинул. Нет, ты... А у меня показана была анимация. Смотри, он пишет, видишь, В Африке горы вот такой вышины, ёпта, да? Обезьяны-кошалоты, зеленый попугай, поехали, ёпта. Ну, что мы не едем-то? Мало того, что из стороны, так еще из личного транспорта, да? I'm sorry, Витёк. Витя, прости. Я не хотел. Это все просто. Вышло случайно. Я не напрасно. Я не хотел. Я сбил человека, а он погиб. Смотри, Морган Хилл пришел и чисто сердечно признался в том, что убил человека. Смотри, как здесь все здорово, а? Ну, то есть его замучило, понимаешь? Есть люди, реально, которых мучает совесть в этой игре. Это как-то страшное дело такое. Вдруг тебя потом будет искать кто-нибудь. А можно потом затроллировать. Это был не человек. Я что-то сбил, но я не знаю, что это было. Проходит собеседование в суши-бар Кобра. Ждем в офисе. Ух ты. Вот, сушистом можно стать, Жень. Смотри, западная АЗС. Ох, ну вот этот процесс мне всегда был интересен. Цена за 10 литров 70 бачей. А там прописывать, наверное, надо какую-то командочку. Заметь, зарплату не надо платить этим ребятам, которые заправляют. Да. То есть пистолет тебе вставлять никто не будет. Сам будешь вставлять пистолет. Сам вставляй. Смотри, фабрика. Да. Что написано? Solarin. Industries. Industries. Вича. Свет, Янукович. Молодец. Не, Женя, ты шо, че это самое? Это красный, не. Это не красный, Женя. Ты не понял юмора. Ты не понял, Женя. Ай-яй-яй, Витюша. На красный свет, видишь, ай-яй-яй. Что ж ты делаешь, Витюша? Нельзя так на красный ездить. Ты что? А у меня еще прощение. Янукович, у меня просит прощения. Докатились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У себя просто так привык, да. Молодец. Посигналили, там какие-то ребята сидели. Привет, передай. Так, смотри, в 14.50 пройдет собеседование в радиоцентре. Ух ты! Жень, давай пойдем в радиоведущими. Давай будем диджеями, действительно, будем передачи толкать какие-нибудь. Требования: 4 года в штате, быть законопослушным. Собеседование пройдет в офисе радиоцентра. Мы очень законопослушные. Самый Ты знаешь, закон просто под меня стелится. Не я под закон, а он под меня. Закон подстилается, да? Подстилается, да. Расстилается. Так, оружия у меня нету, да? То есть у нас ничего такого нет? Ничего у нас нет. Так, куда-то мы едем, куда едем? Надо спросить. Витюнь, куда едем? Это корыто, может, чуть побыстрее, потому что, ну, реально развалюха просто. Мы его заваливаем сразу двумя вопросами, да? Корыто быстрее, может, я куда путь держим? Сейчас он напишет, подожди, сейчас. 5 секунд. Витя, а нету у тебя быстрых тачек? Что... Что он говорит? Пока что выделили только это. Черт, они бы еще велосипеды нам дали. И Янукович тёлке сидит, объясняет. Нормально. Женя, ты понимаешь, это просто однофамилец. Ну, просто, мне кажется, реально однофамилец. Полный тёзка. Полный тёзка? Фулл тёзка, иди же. Так, мы едем, нет? Как беженцы сказали, только корыто можно. Ну, ладно. Поехали. Хорошо. Хуже не будет. Едем мы в мое будущее место работы. То есть он, получается, хвастается, да? Где он сбежал и куда его хотят устроить? Где он там по блату, да, будет работать? Ну, давай посмотрим, какие условия дают экс-президентам на сервере Сампа, да, на Advanced RP. Давай посмотрим, интересно даже стало. Ага, давай, глядим-ка. Хочу тут попробовать.
Баллотироваться хочет, да? Угу. Ну смотри, а, может быть, у них есть какие-то выборы, да, там как-то есть какие-то голоса, читал, заявки, да, именно в игре, то есть как выбирать. Комментарии были такие, что я прочитал комментарии под самым, что были, проводились выборы, но мы на них не успели, к сожалению. Что-то такое даже было на Адвансе. Блин, печалька. А, выборы президента были. Ну, правильно, то есть народ, народ должен голосовать за, за президента, да? Чтобы все честно было, правильно? Опять заправляться, что же она жрет, как лошадь-то? Не знаю, не знаю. Так. Так, заправка опять. Нет? Что такое? Мини-маркет пойдем, да? Пошли посмотрим, да. Хотя в мини-маркет сходим. Прикольно. Мини-мини-мини-маркет. Мими-маркет. Мини-маркет, бай. Так, чудненько. Что там выберете? Цвет телефона можно изменить, как ТПшка прям. Хочу изменить цвет телефона. Так, значит, цвет телефона, номер, парашют, лотерейный билет, маска. А что купить надо, что он купил? Я фотоаппарат купил. Я тоже куплю. Так, что еще можно? Ну-ка. Дэй. Ну, маску мы знаем, да? Если мы едем на ограбление, например, да, скрыться с карты, покупай маску. Если это та маска, которую я думаю, то, в принципе... Лотерейный билет купил, что еще? Счастливое число изменено на 265. Ну, хорошо. Аптечки можно две штуки купить. Улыбайся, Ядреныч. Ядреныч? Улыбайся. Вот, нормально. Чуденько. Все, поехали. Поехали. Та-ра-ра-ра-ра. АЗС Флинт Каунтри. Феликс Уильям, владелец. Сколько, интересно, зарабатывает этот Феликс Уильям? А, владелец заправок этих, да? Да, мне интересно. Ну, смотри, на одной заправке было 70, да? За сколько? 10 литров за 70? Да. Тут 80. Ага. Ну, смотри, есть... какая тут территория, да, и какая была там. Угу. Не, интересно, надо будет как-нибудь попробовать что-нибудь выкупить, какой-нибудь бизнес, какой-нибудь ресторанчик, кафешку, посмотреть, сколько с этого будет нам идти. Да, кстати. Ну, его надо обслуживать, учти. Да, да, это понятно. И интересно, а тут могут забрать бизнес нагло? Ну, нагло, наверное, нет, если кто-то закажет, наверное. Я думаю, здесь есть же какой-нибудь мафия, мафиозные кланы какие-то. Вот я об этом же и говорю, то есть забрать. Устроить рейдерский захват, например, да? Мне кажется, есть такое, просто надо это как-то организоваться. Надо будет попробовать в следующих сериях именно как-то выкупить себе какой-нибудь бизнес, маленький кафешечку, там, кафетерию. Кафешечка, у Брейна и дяди Жени. Да, заходите в гости. Не, было бы прикольно, кстати, на серваке иметь свою кафешку. Кафе олдскула, да? Олдскульное кафе. Это какое-то, мне сразу вспомнил почему-то криминальный чтиво фильм. Где они пошли в ресторан, там... Так, смотри, куда мы приехали. Сальваторе Мосби, смотри, полиция. Сейчас мы заедем, нет? Можно нам доехать? Я не знаю, что сейчас будет, но... Витюш, Кипр, давай пока не будем выходить. А, ты уже вышел? Да, я что-то нажал уже. Ладно, давай. Я просто хочу послушать, что... Смотри, что он будет говорить. Добрый день. Давай пофоткаем, кстати, действительно. Давай. Давай сбоку. Давай. Папарацци. Так, мы записывались на экскурсию. Ну, хорошо. Смотри, какое здание обалденное, да? Это же мэрия. Тут или мэрия, нет? Да? Нет. Да? По-моему, мэрия в другом месте находилась. А что это? Администрация президента это, не мэрия. А, администрация президента. Вот да, это покруче. О, Эрвин, смотри, какой деловой идет. Смотри, с телефоном. Нормально. О, я прям четко сфоткал так. Как где ты друг друга сфоткал? Откуда такого бомжа, как такой фотоаппарат? Купила. А у меня же наушники в ушах есть, посмотри. Серьезно? У меня есть, да, смотри. Нет, не показано. У меня наушники сзади, посмотри. Ну что, мы хотим пройти, можно, нет? Пойду посмотрю пока. А что мы спрашивать, Жень? Давай так зайдем, без спроса. Нет, простите, нельзя. Все, мы и так зашли, нормально все. Нет, простите, нельзя. Да как мы спрашивать будем? Что это такое? Он за тобой бежит. А, у вас нет доступа к помещению. Смотри, Эдвард Капоне, сейчас он тебе что-то скажет, смотри. Серьезно? Эдвард, сейчас я его сфоткаю, смотри, Эдвард. Да-да-да. Что он мне там скажет? Ой, Сальваторе прибежал, Олег. Тихо. Все нормально. Я смотрю, хожу тут сам. Без спроса так. Ух ты, смотри, какая тут тема. Ой, спешал та же. Ты смотри, как круто. Обалдеть. Колонки, а что, не просто музычку слушают тут? Ну, да, это комната расслабления, видать. Комната. Расслабление. Слушай, интересно тогда сделано. Я бы тут какую-нибудь мафию поселил. Не, я смотрю, просто по комнатам бегаю. Там камин стоит. Блин, забавно сделано, конечно. Эмили Парсон. Угу. Посмотри, комнатушки, кровати. Здесь, знаешь, как... Эмили! Давай. Опа. О! Давай, смотри, это. Какая прелестная леди. Ох, первая леди, да? Смотри. Нифига себе, Эмили Персон. Первая леди. Чего первая говорит? Леди на Адвансе, да? Ярослав Буратинов, смотри.
Сразу песенка про Буратино, да? По приглашению. Ярослав Буратино. Женя, стань между ними прям. Не? А, давай. Сфоткай меня, давай. Такие важные дяди. Ты прям там, отлично. Чонок, да? Ну, хорошо. А это куда можно выйти? Тоже на балкон, да? Угу. И смотри, открывается прекрасный вид. Вообще прикольно сделано. Место подобрано очень четко. Да, классно. Тебе не кажется, что это здание просто поставили тут? Ну, то есть в редакторе, может, нет? Может быть, скорее потому всего. Потому что я как-то... Не было. Ездили. А может, просто... Ездили. Так, игровые автоматы вот есть, смотри. О. Я же тебе говорю, у многих тут такие штуки. Кухонька. Тут они, видимо, трапезничают. Да, забавненько. Марио здесь нет, интересно, нет? Дэнди. Смотри, какая акустика, Жень. Лютая акустика. Ну? Копы-вордолазы лазят по акустикам. Надо написать, классные колоночки, да? Лазы, блин. Колоночки реально классные. Классные, смотри, дуалити какая-то игрушка. Ого. Я сразу вспомнил какой-то, знаешь, такой вот рыцарский фильм, где они так сидят за столом, а обедают. Это, знаешь, элиту приглашают, да? Угу. Один сидит, что-то втирает, остальные трапезничают. Высокие такие стулья, да? Да-да. Царские, межегорье. Ну, все понятно, да. Вспомнилось, ну ясно. Шутканул от бога, вот это что такое? Смотри, какая. Тут единственная комната с телевизором. Да, да. Ну нет дивана. Смотри, тут есть эти маленькие кресла такие. А это же угловой диван как-то. Вот же диваны. Ну, я бы не сказал, что это... Ну, как-то не ахти, согласись. Надо плазму хотя бы. Ну, видимо, да. На плазму не хватило. Да. Жалко, что я уже не президент. У президента плазмы нет. Так. Ух ты, смотри, тут ковер. Точнее, шкура животного. Я бегаю медленно, я бегу. Сейф, Женя, ты что? Смотри, как тут интересно. Вот это крутая комната. Ну, это, видишь, уже конкретно занялись. Визе картины, сейф. Смотри. Сильно расстроил. Витя сильно расстроил. А там Витя КТ, посмотрел. Смотри, фото КТ. Да, котейка, да, да, смотри. Да. Котят, так фоткай котят. Да, кутюрчик. Да, фоткай котят. Белый, я сфоткал. Так, жалко. Жалко, да, Витя расстроился, конечно. Его тут нет. А, нет этого президента? Да, куда он делся, интересно? Халтурщик, блин. Фотокотяток. Сзади. Видимо, поехал куда-то. Видимо, поехал. На яхте зависает где-то. Ну, поехали, посмотрим. Классно обставили так, знаешь. Неплохо. Пошли, наверное. Ну, видишь, как-то организовали. И красиво, интерьер. Ух ты, а это что такое? Это архив, что ли? Похоже, знаешь, на архив? Да-да-да, где хранятся. Это кассеты, диски или... Ну, это не книги явно. Кассеты, диски. О, да, это, видимо, с этих взяли. Знаешь, локации. Я видел в Америке такие магазины. Да, заходишь, у них там такой у них магазин куча спокойный, диска, да, да, заходишь, такие вот стоят эти. И прослушивать можно у них там сбоку. Стеллажи, да, и сразу прослушиваешь, очень круто да, сделано. Притом да. Винилку можно послушать. Да, я же говорю, можно послушать все, что угодно там прям. Слушай, нифига у них тут, а? Администрация президента. Это что за темный угол? Телочек зажимать, да? Видать, да. Все, я спрятался. Ленинский зажимать. О, смотри, какая пошлая фотка, Олег, смотри. Где? Смотри, смотри, где я стою. Назад иди, где темный комнат, вот смотри. А мы видели ее в этом, помнишь? Да? Да. В магазине было. Внезапно просто в администрации президента. Классно я упал. Ну, давай с разбега, Жень. А разбег не бегает он у меня. А у меня бегает. Ты как Фроги упал, слушай. Офигеть. Так, сейчас, ладно. Президента нет на месте. Смотри, давай еще раз прыгну тебя. Сфоткаешь меня? Давай вместе. Блин, это ж надо так встать. Я на ту сторону побегу. Давай. Стану. Так, сейчас скажу. Подожди. Давай у меня последний снимок. Давай. Тебе надо с разбега оттуда. Женя. Давай я оттуда разбег возьму. Я сейчас тоже. Президент не на месте. Сейчас, подожди. Так, я бегу. Давай. Это было классно, да? Бонзай! Так, куда бежим? Президент на месте, Витя обиделся и ушел сейчас. Ничего, не обижайся, все нормально. Нормально же. Витя, я с тростью как джентльмен буду. Тут так интересно тени сделаны, да? Или это... Смотри, это на баню. Да, это похоже на баньку. Рильня, да. Жень, я заблудился. Луни Белучи, я тоже. А где Витя? Я не знаю. А вот я нашел. Надо звать. Ты где? Ты быстро катаешься, и ты я долго бегаю. Мы пытаемся вот как-то. Тут реально можно заблудить, понимаешь, без компаса, без карты. Тега лежит. В администрации президента ловить нам нечего. Это что, тайная комната? Нет, это не тайная комната. Тайная комната президента. Должна быть какое-то убежище, знаешь, тайная комната. Бармалей Хэнсом.
Что это такое? Я потерялся. Ох, тут, смотри, тут студия звукозаписи есть. Йоу. Интересно, а что они там записывают? Обращение, что ли, к народу, да? На студийные микрофоны, да, записывают. Икшеры здесь вообще куча всего. Диджейские пульты и диски на стенах висят. Фига, студия звукозаписи. Мы не заметили с тобой. Так, кто как будто пишет «Школота», «Воу-воу», «Полегче», «Здесь АП». Вам нельзя здесь находиться. А, АП, администрация президента, да, вам нельзя. Там мы убегаем уже. Я здесь еще бегаю внутри. У меня быстрее не может мой бичок. Ты попытайся бить. Как-нибудь выйти. Пусть не бежит, он у меня пешком ходит только. Угу. Когда сейчас кого-то стреляют, там, где-то выход я видел здесь, сейчас найду. Не, красиво сделано. Такое, знаешь, знатное здание. Так, из окон свет падает. Красиво сделано. Так, Жень, мы куда-то за дом убежали. Не знаю, я бегу. Ты жизнь, конечно. Так, я жить не могу, сейчас как-нибудь выйду из этого попробуй, замка. Попробуй, там надо на первый этаж спуститься. Все будет хорошо. Не на второй этаж, точно, потому что... А, вот, ну, скоро с этих, вот тут комнатки, вот здесь я все правильно бегу. Колонки мы с тобой здесь разглядываем. Сейчас я вот здесь уже так, вот кто-то еще бегает. Так, сейчас. О, с дробовиком чуваки бегают. Да, выходи на улицу. Не убили, сейчас я выйду из этой администрации. Так, Сакура. Все, вышел, куда бежать? На улицу и налево. На улицу и налево. Мы в камере сидим. А, вижу. Я бы тебе помахал рукой. Я живой, с тросточкой, да. Да. Такой звук, да? Замечательно. Вон эти ребята стреляли, кстати, у нас. А, ну нельзя находиться. Видишь, наврал, видимо, Иконыч. Врун, Витя. Ого. Это что тут за сходка такая, смотри. Фига себе. Сходняк у них. Клуб какой-то японский. Что это такое? Давай посмотрим. Клуб Сакура. Какая-то Сакура, да, смотри. А, это казино. О, все... опять казино. Слушай, вот что-то я как-то казино не люблю сам. Оно какое-то стрёмное, да, оно не очень-то как-то. Вообще не нравится, если честно. Ух, нихера тут народа. Людишки играют прям, смотри, конкретно. Закуску давай. Виски, коньяк и виски. Кокс карибский, да? Так, закупили. Я на роликах и шаурму кушаю. Все нормально, мне жизнь удалась. Наверное, да? Все прекрасно. Сигару куплю. Слушай, у меня единственный такой скин на роликах, да? Да. То есть больше никто такой не выбирает. Смотрит, какая-то телочка приехала. Кушай, моя хорошая, кушай, давай. Кушай. Тебе как раз надо сжигать побольше калорий, давай. Че не сели-то? Что ли? Сели. Я курю. Кого-то ударил, ладно. Ладно. Там, как играть, я уже не помню. Что-то надо прописывать, да? Дайс, по-моему. Дайс надо писать, да. Дайс, найс. Дайс, да? А, дайс, да, вижу. Так, дайс. Использование. Нужно... А, дайс. Писать. Давай, напиши дайс 390, пробел 390. Зачем? Ну, ты со мной будешь играть, дайс. Хорошо. Дайс 390. Игрок слишком далеко, подойди поближе. А, пошел. Вот. В данный момент вы не можете начать игру. Давай я пропишу. Какой О, я согласился, смотри. Я что-то сделал. Нормально? Давай. На-на-на. Отлично. На-на-на. Что происходит? Я вижу Курта Кобейна. Я себе такой, пойду куплю. Так, ладно. Они тут, конечно, развлекаются по полной программе. Хорошо? Да. Хорошо. Ну что, я выхожу из этого казино. Давай выйдем, да, из казиношки. О, народа тут, смотри, тачек вот, сколько. Ну, понимаешь, Жень, тут можно легко бабло поднять, мне кажется, да? Если... Деньги люди любят, да, это везде деньги выиграют. Ну, не то, что просаживать, попытаться поднять, я думаю, можно. Можно попробовать, да, но не факт. Так, садимся, поехали? Да, поехали, давай. Даже, смотри, ЖД вокзал, чё не сел? А где, Янукович? А чё ты за руль-то сел? Где Витька? Витьку потеряли. Где? Витюшка! Женя, у нас проблема, походу. Да? Почему? Не знаю, мы потеряли... А в казино в чате. Вот, человек вышел только что, нет? Вы цари. А вот вышел, Виктор. Вышел, да? Наконец-то. Чудненько. Ну что, Витюк, поехали? Сейчас уступлю ему место. Get out of my way, bitch. Женя, быстрее. А то сейчас смотри, вот этот вот твой брат-близнец... Место займет? Все, сел. Все, не надо. Погнали. Что, не надо. Сними.
Я сяду сюда, нормально. Там кто-то кого-то бьет на входе, ладно. Сюда, там вот этот черный такой же, как я, бегает. Да, бьет, смотри, главное. Лалочка какая-то. Лалочка. Смотри, как несется, а. Едем дальше, да. Вот эта машина несется реально. Смотри, Януковичу новую машину дали, Хаммер. Вдруг. Если вдруг Хаммеру... У Хаммера друг, да? Или у друга Хаммера? Друг, да. Так, куда мы едем? Ох ты. То все обосрутся вокруг. Пара-па-па-па. О, смотри, какая машинка. Жалко, забрать нельзя. Знаешь, куда мы приехали? В телецентр, да. Чудненько. Не видели. Чудненько. Так, поехали. Телецентр. А вон машинки стоят, смотри. Которые мы частенько видели. Так, давай. У вас нет пропуска для входа в телецентр. М пишет нам. М. Что М? Что М? Секунду, Янукович. Секунду, да. Сейчас посмотрим. Так, вот пока машина есть. Сейчас я выдам вам пропуск. Но. 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 Но есть проблема, да? И го-го. Так, отлично. Надеюсь, меня не выбросит. Во время экскурсии поделится. Не мешайте работать, хорошо. Ведущих. Как это вахханалия, слышишь? Одни садятся, другие что-то рассказывают. Все нормально, у нас все хорошо. Все прекрасно. Так, у вас нет пропуска для входа в телецентр. Дайте, пожалуйста, пропуск. Дайте-ка, пожалуйста, берет. Слушай, на роликах нормально можно прыгать. Так, тачка стоит чья-то, видимо, хозяин приехал. Тарарарам. Так, ну-ка, давайте нам пропуск. Нифига себе, ты какой дерзкий. Смотри, приехал кто-то. Флетчер. Флетчер приехал. Чудненько. Флетчер, да. Выдал вам пропуск в телевизионный центр. Пойдем. Тебе дали пропуск? Да, все, я тут. Чудненько, давай. Так, чудненько. Давай посмотрим, да, что тут есть. Пусто. Слушай, тут прям вообще работа кипит. Работа прям кипит. Тихо, я вышел случайно. Работа кипит нереально просто. Да, а вон... Нажимает на кнопку лифта, да. То есть каждое движение, видишь, подсвечено. Интересно, слушай. Лифт выехал. А помнишь, кто-то что-то по рации хотел сказать. Я помню, помнишь, писалось когда-то? Что-то сказал по рации. Что-то сказал, а что именно, да? Что он сказал, а? Чудненько. Так, давай. Я, блин, подвеянная какая-то. Да. Я буду по лифту гонять. Клаустрофобия! Я буду бесить вас, смотри. Бесячий брейн. ББ. ББшечка. ББшечка. Бля, я провалил. Вот, добесился? Я умер. Какого хрена? Черт. Ква-ква-ква. Вот говно, а. Я умер. Пишу, погоди. Ладно. Сейчас напишу. Пляжница. Олег умер, я написал. Блин, а? Здравствуйте, я ваш лечащий врач. Ты гуф, а не мой врач. Гуфака, да. Используйте койку номер 7, пациент. Нет, не хочу. Я расстроился, то, что ты умер. Серьезно? Очень опечален, да? Очень сильно расстроился. Печалечка, да? Если такие старые компьютеры, как были, знаешь, 386, я помню. Тоже мне телецентр. Ну, хорошо. Так, я на улице. Сейчас он тебя, может, вытащит. Вытащи меня, Витя. У меня проблемы. Витя, научи убегать, да, научи убегать. Доездился, да? Докатался. О-о-о. Да-да-да. Витя, расскажи, как всех обмануть, да? И сделать вид, что ничего не произошло. Смотри, там люди работают. Пойдем, вот смотри. О, я фотоаппарат взял, кстати. 36 кадров есть. Смотри, вот люди работают, смотри. Тут у нас телецентр. Ну, пошли посмотрим. Красава, братан, смотри, говорят, что-то разговаривают. Тут у нас телецентр, красава, братан. Ну как? А что они как два люлики-болик похожи? Шиди, отлично. Так, это мы видимо, на экскурсии. Это, видимо, администрация. Нет, не администрация, а кто там следят за залом, или как он называется? Ты админ ему пишет? Не, он Витя. Вчера на экскурсии. Витя просто убегает, а он не админ. Да, карабает время. Витя своя атмосфера, понимаешь? Так. На экскурсию. Такое впечатление, что ты мой сын, только очень грязный. И почему-то черный. Ну, потому что грязный. Помойся, вот и будешь нормально. Ну, знаешь, дети же в детстве вот игрались там. Что-то на улице приходил такой чумазый весь. А, ну да, и локти у меня разбитые. Да, да. Так, ну что, поехали сами тогда смотреть.
Давай глянем, что вот это что за диско, это диско-стена. Цвета меняют. Дискотека. Классно, да? Давай, Женя, танцуй. Давай анимацию можешь прописать какую-нибудь, потанцевать. Так, что тут у нас? Потанцуй, да, кстати. Давай, снимай меня, танцуй. Ты заметил, что работает всего два человека? Нет, ты не танцуешь, ты на месте стоишь. Зачем? Я танцую. Я танцевал. Отличный ракурс. Отличный да. ракурс. Вот, смотри. Замечательно. Я пойду покатаюсь, посмотрю, что тут еще есть. Так, это лифт наверх или вниз? Там наверху еще есть какие-то этажи? Видимо, да. Видимо, надо как-то просто по лифтам. Я еще взял эти кадры, фотоаппарат. О, где ты нашел их? А вон тут было. Вот по углам стояло, вот тут было. О, не, у меня здесь нет. А, ты все забрал. Вот лифт, смотри, если что есть. Угу. Телецентр. Интересно, слушай. Смотри, смотри, какой вид открывать. Смотри. Да, вид хороший. Я знаешь, как в кино. Знаешь, а может быть, есть какие-то бизнес-центры еще тут, помимо телецентров? Всего, да, бизнес-центр, где... Out of the way, bitch! Кто-то говорит. Здоровье, бич. А, ну правда, я же бич. Так, отличненько. Так, ну что, поехали, да? Посмотрели. Два человека, заметь, на работе два человека работают. На одном этаже, может, на других этажах побольше будет. А чем они занимаются? Ну, конкретно какая деятельность? Где тут? Ника Гэнгстер пишет. О, смотри, Ника Гэнгстер, мы приехали. Смотри, Шейди, кто ливнул? Шейди Рекордс? Я сразу вспомнил шутку юмора про Шейди Рекордс, да. Так, мы посмотрели. Что такое? Опасная машина, надо фоткать. Братки какие-то. Ну? Садись. Поехали. Ты сел? Да сядь ты, дура, ну ёпта, блядь, она бежит в другую сторону. Садись пока поставь. Пытаюсь, вот давай. Стой, Брейн пишет. Кого? Азаза, я вас люблю. Представляешь, такая нибудь песня, например, у Пугачевой. Азаза, я вас люблю. И азаза, горит пукан. Алки прячутся в лесах. Вот такой вот я. Так, мы приехали, да? Смотри, к фиолетовым ребятам. Band кто у нас фиолетовые балосы? Балосы. Кто? Я уже не помню, какие там эти банды, кланы. У нас тут опасный район, но это понятно. Ой, что у нас зашел. Опасный район? Зашел, да? Давай склад пойдем. Склад балосов, смотри, склад балосов. Заходи. А я на склад быстрее пойдем. Наркотики, смотри. Можно что-то скоммуниздить? Металл можно взять, да? Вы не можете пользоваться этим складом, потому что ты не балос. О, ты смотри, чё, пойдем. Падла, тебе пишут, смотри, или там кому-то, или нам пишут кому-то. Чё, падла? Ты чего, да, посмел зайти к ним сюда? Даже кабинку хочу. Помыться можно, мне отбелиться? Гонки по пустыне, кстати, неплохо. О, ничего себе. Через 10 минут начинаются гонки по пустыне, регистрация GPS. Ты чё, падла? А какой-то прикол был, помнишь, в интернете тоже? Блин, какой-то... Не вспомню сейчас. Из видео какого-то. Из видео что-то было? Угу. Тоже так писали, знаешь, вот это вот тоже типа трали. Транслитерация, помнишь, да? Транслитерация писали, я помню, ролики были. Что-то с металлом, по-моему, связано. Нет, не с металлом. Что-то такое было. Тоже вспоминаешь, да? Да, есть. Писали. Давно было, я уже не помню, что там было. Давно было, но я помню, такое было. Было-было. Надо будет поискать. Да. Что-то писали, я не помню. Я вот увидел вот эту вот транслитерацию и тоже вспомнил. Ты чё, падла? Это новая фраза. Ты чё, падла? Ты чё, падла? Кто это написал? Елторка. Нориага. Спорим, его Егоркой зовут? Егорка, да. Но тут он Эльторка. Это маленький Эльторо. Маленький Эльторо, Эльторка. Секунду, Янукович куда-то побежал, смотри. Бегу. Барбер-салон. Ну, пошел встречи в парикмахерской. Пойдем тоже. Я люблю это. Я только люблю в онлайне. Так, шляпы, беретки, маски, банданы. Давай шляпу. Пробелом покупать? Да. Отлично. Так, черно-белая, огненная. О, норма. Слушай, неплохо. А, только такая, понятно. Голубая шляпка. Желтая. Не, что-то какие-то они... А как назад вернуться? Enter, навигация, пробел, покупка. Может, Backspace? Нет. Может быть, кстати, нет. По-моему, Enter. Нет, не работает. Ладно, купим шляпу, хрен с ней. Так, береты. У меня есть очки.
Блин, у меня лагануло, по-моему, тоже что-то. Не работает теперь. Как отсюда выйти? Я еще одечки сверху напялил. А как ты вышел из этого покупки? Какой ужас. Что как? Нажал? Просто да. Покупаешь, потом нажимаешь, по-моему, Escape или нет, Enter. Нет, я перестал вообще реагировать на все клавиши. Я не знаю, что нажать. Я одел на себя два вида очков. Escape у тебя, да? Да, да, да. Вы купили шляпу за 750 баксов и очки за 200. Витька машет нам. Че, Витек, соскучился, да? Вот мы пришли. Все, давай, куда бежать? Че, подожди, он машет. Там кто-то сидит в машине, слушай, какой-то качок. Посмотри на меня. Бля. Олег. Что такое? Женя, что? Женя, какого хрена? Женя, что ты сделал? Купил. Ты испортил представление о моем мире, понимаешь? Да, да, жизнь тебе не будет прежней. Почему? Нет, никогда. Вот видишь, я же так и хотел добиться этого. Вы купили очки за 200 баксов. Хорошо. Я прям разжился. О, Грув-стрит. Грув-стрит, все, родной райончик. Районы, о, кварталы. Смотрите, кто-то стреляет. Живые массивы. Да-да-да. Ухожу, ухожу красиво. Как нарколыга сказал. Уходит он, блядь, красиво. Куда ты уходить собрался? Стой, ёпта. Вы такую читачку угнали. Серьезно? Фига себе тут разборы. Давай тоже украдем. О, стреляют, стреляют. Меня убили. Блин. Блин, меня тоже убили. Блин, ублюдствие. Все, завалили. Завалили нас, Женя, все. Черти, так вот еще. Доктор, доигрались что-то. Мы с тобой, все. Печаль. Иди к доктору. Доктор. Доктор в еблет прописал моментально, блядь. Доктор, мне надо экспресс-лечение. Доктор, вам сначала нос надо подлечить разбитый. Он мне поставил диагноз. Дерзкая телочка диагноз, да? Слушай, давай еще кого-нибудь ударим. Давай. Вот стоит, смотри, Leon Games. Бей. Ты маленький черный. Все, не закрыли соединение. Опа. Чудненько, ребят. А сервер пили загрузился. Что, я так понял, очень большая редкость. А может, и не редкость, не знаю. Ну, иногда это надо делать, чтобы обновлялось, там все нормально работало. Да, Жень? Да, сервера же иногда надо перезагружать. Он же не может вечно работать без перезагрузки. Конечно. Смотри, кэш. Вы хотите купить билет на поезд? Давай купим билет на поезд. Давай, 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 попробуй. Ну-ка, давай. Один билет куплен мною. Билет минус $250. Здрасте. Витек пришел. Так радостно, как будто, знаешь, как будто ребенок маленький ждет маму с работы вечером, которая ему шоколадку принесет. Витек пришел. Витечка, да? У нас тут небольшие технеполадки. Вырежите это. Хорошо. Все, обязательно вырежем. Обязательно. Вот смотри, я даже вот так вот сделаю, смотри. Черт, ударить нельзя. Куда еще поедем? Куда мы еще хотели поехать? А, бизнес-центр какой-нибудь, посмотри. Давай гонки. Так, давай гонки по пустыне, да. Гонки по пустыне мы хотим. Мы хотим гонки. Гонки по пустыне. Гонки, гонки по пустыне. Гонки. Чай, посмотри. Гонки. 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 Женя, троллируй, давай, Женечек. Гоночки. Че ты руками машешь? Не машешь, не надо. О, полегче, стерва. Полегче, дядя. Тебя воняет, ты же бомжик маленький. А я, смотри, у меня чистенький такой, аккуратный. Выбрито. Выбрито. Маслом измазано, да? И по рукам связано. Наказано, да. Женя знает все по псу. Ходячее радио. Он знает все. И Тимати, и Титамира, и все-все-все. И Пугачеву там с Галкиным. И Лещенко, и Кобзона. Всех знаю, да. О, автобус, Лас Винтаж. А мы же билет купили, Олег, на поезд. Нормально. Один билет. Ой. Так, тихо. Все, мы в пустыне. Нет, я еще нет. А, уже да. Все, вот гоночки в пустыне я хочу посмотреть. Слушай, ты знаешь, как на багги. Посмотри, как я быстро передвигаюсь. Скорость... А, нет, нормально. Что ты там... Ты очень медленно так. Это что было сейчас такое? Где? Вот ты такой звук издал. Так. Чего? Такие бородачи, смотри. Ребята, что это у вас тут? Это нельзя зарегистрироваться. Зарегистрироваться у меня, к сожалению.
Регистрация закрыта. Это печалька. По пустыне на роликах. Слушай, нормально. Кажется, на гонку попасть не удастся. Жень, смотри. Подойди сзади, когда обойди здание. Расстрел. Смотри на мои руки. Посмотри на руки. Вижу. Господи, что с моими руками? У меня тоже такие же руки. Мы спрятались от Вовочки, хотел сказать. От Витечки спрятались. Что ты делаешь? Карабкаешь, как лягушня. Витек. Что-то можно с разбегу прыгнуть. Смотри, смотри, зацени. А, ты даже так сделал. Да. Смотри на меня, сейчас на тебя сверху прилечу, давай. Мы спрятались. Сказали, что по тех причинам гонки не будет. Ах, печаль. Копы, 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 смотри. Сейчас на копов прыгну. Первый приехал, давай, давай. Жалко, не получилось. Так. Ой, Женя, Женя. Так. Так, работа, давай. Что, работа давайте? Есть интересная. Какая-нибудь интересная. Что там происходит? Они кого-то стреляют. А, это тир. Да, это там тир, видимо. Смотри. А, да, тир для ментов. А что, они в свою машину стреляют, что ли, или что? В мента так прыгнули. Да, работа есть интересная какая-нибудь. О! А что, у меня тоже пистолет? Давай копа вальнем. Петрович выдал вам десерты, давай копа вальнем. Тихо, 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 тихо. Вали копа. Нормально. Все. Есть. Все, Женя, мы, блядь, преступники на всю жизнь. Все. Так. Витя. Витя. Витя, валим. Нас будут искать, Витя. Давай, мы на криминальный путь. Мама, мама, криминал, Витя. Жизнь спустила меня во все тяжкие. Давай. Все, поехали, все. Придется по этапу идти нам, Женя. Пойдем с тобой по этапу, давай. Мама, мама, криминал, поехали. Подполье, Витя. Подполье, Витя. Витя, мы все умрем. Давай. Что вы, бля, а что коп ничего нам не сделал? Сейчас приедут целый патруль. Да, конечно, приедут. Машину я смотрю. Витя, у Вити проблемы, у Вити большие проблемы. Витя, ты левитируешь, Витя. А, Витя, ужас. О, все, поехали. О, норма. Валим. Мало того, что убили копа. У нас одна звезда теперь. А мне нет. У меня одна звезда, потому что я его, наверное, убил. Ты, наверное, стрелял, а я убил, наверное, конкретно. Как сюда мент заехал? Как мы отсюда вы... Я не знаю. Стой, машина из-за этого. Слушай, мне нравится. Это реально круто. Надо взяли закон, приступили. Красавчики, нас разыскивают. Переступив закон, ты встал говно. Смотри, амунейшн теперь. Амунейшн. Амунейшн не работает. Жалко. Амунейшн, амунейшн. Ух ты, смотри, что тут. Смотри, что есть. Давай спред раньше сходим. Давай. Спред раньше. Спред это как масло. Ага. Что, банкомат сейчас бабла немножко снимет. А можно пойти сюда? Да, тут клуб. Клубешник. А что тут в клубешнике есть? Он ли... А, только для работников, понятно. Что тут еще есть? Что они там делают? Закуска, меню. А я не могу купить. А, не могу. Сигары, давай купим сигару. Я купил, красный. Ух ты, тут можно зайти? Нет, нельзя. Ну, это такой, знаешь, бар именно, можно проводить время тут. Посиделки с друзьями, да. А, у меня сигара теперь есть. Я курящая тёлочка с пистолетом и сигарой. Эта песня была «Call me Big Papa» называется. Чего себе. Угу. Notorious Big, я даже знаю. Обалдеть. Дядя же все знает. Я же говорю, дядя же не все знает. Notorious Big, they call me Big Papa. Put your hands in there, Papa. Офигеть. Так, садись давай. Я все помню, я все знаю. Хотя что дискография поет. Да, Женя рэп не слушает. Женя знает всех черных, кто там что поет. Я не знаю даже. Нормально, Женя все знает. Notorious Big, ёпта. Что? Хорошая же песня. Да, Женя, отлично. Может, тебе бы надо было вместо Валдиса Пельша там мелодию вести эту, да? Ты бы угадай мелодию вел, нормально? Качалка, смотри, можно нефть качать.
Я люблю нефть. Я люблю газ. Я люблю тебя. Да? Ты же газ, значит, я люблю тебя, все. Нет, ты же нефть. Да, я же нефть. ЖД, заправочная станция. Нифига себе заправочная станция. И что, сверху поливать будут? Рот открывать надо и сверху вливать будут, что ли? Не знаю, надо посмотреть. Все, закончилась мигалка. А, ну ЖД, естественно, заправлять. Подъезжаешь, заправился, поешь. Виктор, как у вас фамилия? Мигалкин! Мигалкин. Мигалкин! Михайло Мигалкин. Так. Вот приехали. Сейчас смотри, забор сломает, нет? Понимаешь, тут 50 на 50 было. Куда мы приехали? 50 cent in the club. Жень, ты пугаешь меня уже. Что? Оп, оп, оп. In the club, pitching in the dark. Женя, Женя. Мы, по-моему, тут были, нет? Такое же здание. Администрация, да. Мы же тут были. I'm a big hustler, man. Мы тут были. Мы тут были, Витя. Самое интересное, что Витя Ака и Витя Янукович, да? Получается, забавно. Тихо, подождите, меня подождите. Витя, мы тут были. Мы с тобой план курили. Витя, так... Ох, как мы тут закон нарушаем. Да, заборы рушат тут. Че это такое подъехало? Кто это, Артемка? Че тебе надо, Артем? У него, смотри, чайка из машины вылетела. Нифига себе. Давай постреляй, давай, подавай, Люб. Давай. Витя, ой. Витя, мы, знаешь, на темную сторону встали, нарушая закон. Сэр. Нет, не бей меня. Нет, все, я лежу. Я звездочка. Колеса прострелил я ему. Смотри, как горцует по дороге. Колеса прострелил. Все нормально, я лежу. Смотри, стой. Что ты делаешь? Нарушаю закон. А что? Мне понравилось. Убивать это так круто, Витя. Темная сторона. Темная сторона, да. Садись, телочка. Сажусь. Собеседование в ряды LSPD началось. Эй! Ну? Play hard написано, смотри. Мы играем по харду сейчас. Еще бы. Я не могу. Взяли чувака, как его-то пострелили, колеса прострелили. И поехали дальше, да? Поехали дальше, все, едем куда-то еще. Я вот это место помню, кстати, вот эти вот здания с острыми крышами. О, да. Николай Тейлор выходит при аресте. Плюс 30 минут заключения. Кто-то выбежал, смотри. О, да, видел, чувак появился. Откуда? Из ниоткуда. Из ниоткуда появись. Появился. В рот. Да. Наоборот. Именно что в рот. Мы, я так понимаю, ждем его, да? Ну, видать, да. Вот, вот, смотри. Вон еще полицейская машина стоит. Знаешь, я уже не хочу полицейские машины. Даниэль Маккавелли. Что такое Даниэль? Что такое, Даниэль? Какие проблемы у тебя, Даниэль, да? Присаживайся. О, мы все взяли гэнгсту. Так, а куда мы хотим ехать? Я могу поинтересоваться, куда мы едем? А, мы в тюрьму направляем? Нам еще в тюрьму не хватало сегодня, да? Нам как раз не хватало черного брата, все нормально. Теперь едем все в тюрьму. Теперь у нас контракт соблюден, да? Есть какой-то контраст. Так. А теперь в тюрьму. То есть нарушитель сам сел в машину, да? И теперь мы едем в тюрьму. Чудненько. Сами себя наказывай. Накажи себя сам. Ну кто ж знал, кто ж знал-то? С шаурмы, помнишь, Олег? Шаурмы. Ишкири бери. Ишкири берем, да? Купи шаурмы. Вашмахашмэ. Барян будешь? Баран, кидаю. Смотри, здесь недалеко вода фуры. Смотри, ух ты, смотри, что такое. Это здесь не тюрьма. Кстати, было. Это не тюрьма, точно. Так, ну хорошо, давай попробуем. Это что такое? Куда мы приехали? А что там было написано, Жень? А ничего, я не успел прочитать, пойду прочитаю. Коробка какая-то. Сейчас. А, русская мафия. О-о-о-о. Это интересно. А что за коробка большая? А я взял ее. Так. А, вы не можете пользоваться вещами русской мафии, ну хорошо. Деньги, о, взять деньги, смотри, положить деньги. Это взять что? Патроны. Вы так быстро убежали, у меня они бегают в здании, вот что. Ты печален.
Склад, так. Да, я печатаю. Ну, я смотрю, что обстановка такая же. То есть это тоже здание, что администрация президента. Да, видимо, это сделано для экономии, видимо. Ну? Потому что оно оружейное. Угу. Ладненько, я думаю, тут мы можем закончить. А, здесь, наверное, закончено. Да. Здесь оружие. На можно... мафии мы закончим. У меня, в принципе, оружие есть, патроны так, хватает. Нужно будет попробовать в следующих сериях попробовать мафии заделаться. Окейшки. Может быть, если получится, конечно, да? Либо хорошо. Заняться. Все? Ну все. Тогда до встречи. Да, ребята, до новых встреч. Тихо, ты что делаешь? Ну хорошо, хорошо, убивай, убивай. Давай, убей меня. Хуёк, давай. Прощай, броняш, давай. Вдруг в голову, давай на счет три. Давай, раз, два, три. Да, детка, да. Это было хорошо. Все, ребятушки, пока-пока. Всем пока.